Друзья, всем привет! Сегодня будем ремонтировать вот такую бензопилу ПИТ. Значит, хозяин ее недавно купил, у него там строечка небольшая началась, ну, понадобилась бензопила, человек купил ее. Вот, привозил он мне один раз на заточку, цепь на заточку, наточила ему. Прошло, наверное, дня два, и вот вчера привозит ее, говорит, как вы точили цепь, она практически не пилит нифига, приходится сильно давить, дым идет, а дерево не берет нифига. Цепь, плохая заточка, это одно. И второе, говорит, в оконцовке она у меня заглохла, и я завести ее не смог. Пытается, говорит, там что-то схватить, что-то там дыркает, говорит, но не заводится. В общем, сейчас будем разбираться с этой проблемой, по какой причине, что тут произошло и что тут с цепью случилось такое, что она у меня первый раз такой случай, что, говорит, вообще никак не пилит. Но не было у меня еще возвратов по цепям, еще возвратов во всяком случае не было никогда. Сейчас будем смотреть, что тут произошло. Так, ну что, в первую очередь, наверное, посмотрю состояние цепи. Потому что, ну, что-что, по цепям у меня никогда не было претензий ко мне по поводу заточки. Ну да, как же она тут будет что-то пилять. Ну кто разбирается, вот поближе покажу. Все поняли, что происходит, нет? Цепь наоборот стоит. Ребят, цепь стоит наоборот, в обратную сторону. Как она может быть, говорит, дым идет, пиляю, говорит, дым идет. Конечно, дым будет идти. Режущая кромка с обратной стороны стоит, вот с этой. А должна сюда стоять. Она же цепь сюда идет, вращение у нее. Небось шестеренки тоже. Ну да. Она заклинила ее. Ой-ой-ой-ой. Так, ладно. С этим все понятно. Ну, понятное дело, человек городской житель. Первый раз бензопилу, наверное, увидел, купил. Наверное, неправильно, не знает как. Ну, приедет, объясним человеку, что... Как правильно цепь ставить. Сейчас снимем вот это дело, посмотрим, что там произошло. Так, ну сами видели, цепь еле вытащил, ее немножко аж подзаклинило там. Так, посмотрим состояние звездочки. Я не знаю, вам на камеру видно, нет, но я вот вижу, немножко побитость есть. Как бы вам так показать? Фонариком попробую подсветить. Вот так, вот. Вот чуть-чуть видно. Побитая она, ну не критично, еще поработает, скажем так. Вот цепь, ну как же так можно было умудриться другой стороной поставить. Ну не страшно, не страшно, скажем так, человек приедет, объясним, у всех бывает, городской житель, откуда он мог знать, как ее правильно ставить. Ну цепочка еще чуть походит, хотя уже тоже. Ладно, это все мелочь. Самое основное, что она у него перестала заводиться. Говорит, не могу завести. Сейчас попробуем подыркать, посмотрим, что происходит. У меня завелась, не знаю, говорит, заглохла, не могли завести. У меня завелась. Все, сейчас, короче, посмотрим. Фильтр, свечка, состояние. И там уже будем собирать сюда. Цепь наточу и будем собирать. Вот такое состояние у фильтра. Немножко... пыли,
Ну не критично. Все это сейчас продуем компрессором. Все это сделаем. Сейчас посмотрим состояние свечи. Прикольно. У него и свечка-то откручена. Вот она. Даже ключом. Конечно. Что-то не пойму. Они что, зубилом его забивали эту свечку, что ли, тут края. Ну да, по ходу дела они тут зубилом ее закручивают, откручивают. Ну, свеча состояние неплохое, скажем так. Да, специалисты. Так, ладно. Сейчас запущу компрессор. Да. Вот встречаются и такие люди, которые особо... Ну, даже свечной плохо вставляется. Ну да, зубилом. Лупили зубилом. Или чем-то наставкой какой-то, я не знаю. Встречаются и такие люди, видите, которые особо не разбираются. Ну, спросили. За спрос, как говорится, не ударят в нос, как это все правильно делается. Ладно, все это сейчас фильтр, крышку, все это сейчас отмываем, очищаем компрессором. Ну и цепь наточим. Собираю, но это не буду показывать, тут и так все понятно. Фильтр. Все это продуваем, сейчас цепь наточу, пока выключу камеру, соберу ее, поставлю как положено цепь, ну и пойдем попробуем ей поработать, посмотрим, как она в работе. Так, ну что, друзья, подсобрал ее цепочку, поправил малеха. Давайте сейчас попробуем, как она будет работать под нагрузочкой. Кстати говоря, я ее уже завел, прогрел предварительно, проверил масло. Подачу идет, не идет, все нормально, как бы все подается, масло подается. Вот у меня тут куча дров есть, а он дрючок лежит, вот его, наверное, на нем, он у меня испытательный, вот на нем мы попробуем. Как-нибудь вот с этой стороны, что ли, поставлю, чтобы засветки не было. Сейчас дрючочек возьмем, попробуем, как она работает. Так, ну отлично, работает, не затыкается, стружечка вот такая вот хорошая, крупненькая, все отлично, рез вроде ровненький, все нормально. Ну все, будем звонить человеку и отдавать. Все, всем удачи, до новых встреч.